Всем здравствуйте! Сегодня мы будем с вами тонировать вазочки, которые на прошлой неделе мы с вами... Я вам показывала, как мы заливали бутылку в бутылочке. А сегодня мы их будем тонировать. Ну и покрывать акриловым лаком. Для начала мы берем вазочки. Можно проходить кисточкой. Это акриловая краска. Можно кисточкой пройти или же тампоном. Ну, для удобства больше нравится кисточка. Потому что кисточкой можно пройти все вот такие вот места. Наши базы просохли. Сейчас мы их начнем покрывать лаком. Лак у нас вот такой вот. Видать, может быть. Приготовила вот такую салфетку. Нарезала полоски, цветы и другие детали. Берем клей ПВА и наносим прямо сверху на декор. И приклеиваем к вазе.
покажу, как я еще оформила две другие вазы. Это вот я оформляла самоклеющей пленкой, вот такие вот пленочки. Я купила в фикс-прайсе. Они отклеиваются от друг к другу приклеены. Сюда вот наклеиваешь их, и ничего, так держатся. Такая вот вазочка. И вот другую вазу покажу. Вот такая ваза. Тоже вот в середке эта лента. Тоже куплена в фикс-прайсе. И вот такие вот листочки. Это полностью на ниточке на сделаны. Это я здесь их немножко сняла и приклеила вот здесь вот. И так вот все получилось. Думаю, что неплохо. Всем пока! Рада буду видеть вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Всем отвечу!